привет, ребята! Зовут меня Артур, и я живу в Израиле. Сегодня я вас приглашаю погулять по своему родному городу Бат-Яму. А цель нашей прогулки – это поздравить наших милых и дорогих дам с наступающим 8 марта, крепкого здоровья и от всех мужчин планеты. Извините, не везде мы хороши, не везде мы оправдываем ваши надежды. Простите нас за это, но мы без вас никуда. Для вас, женщины, сегодня наша прогулка, а табуя, вот это вот прекрасное дерево, которое пришло в нашу крошечную страну из Америки, из Южной Америки, и получило распространение в Израиле, хорошо прижилось, чувствует себя здесь отлично, сегодня будет нас сопровождать. Совершил небольшую пешую прогулку по моему родному городу Бат-Яму. В этом конкретном месте сконцентрировано особо много вот этих деревьев. Здесь буквально такой пятачок. Покажу, где это находится. Без труда вы найдете это место. Спешите. Это не будет продолжаться вечно. Кто успеет, тот увидит. А для тех, кто не может приехать и лично побродить под тенью этих райских деревьев, я снимаю это видео. Смотрите и гуляйте вместе с нами. А теперь насладитесь прогулкой. Лепестки осыпаются под напором ветра. День выдался сегодня довольно-таки ветреный. Сегодня суббота, 2 марта, на улице тепло. Ну там повсюду. Да, поистине прекрасное растение. Да, дорогие зрители, не забудьте, что автору всегда приятно пару-тройку слов услышать о своей работе. Лайк, комментарий, это всегда приятно. Ну, а мы сегодня гуляем в тени этих божественно красивых деревьев. Время их цветения еще только начинается, так как я сказал. Но не откладывайте с просмотром моих видео и сериальными прогулками компания этих чудных деревьев, так как они быстро отцветают. Да, место особенно красиво, когда эти деревья распустятся на 150%. Mm.
Ну вот вам и локация, найдете без труда, найдете сейчас все на компьютере, все на телефоне, это есть. Нажатием кнопки и мчитесь сюда. Вот насколько удивительна природа, она действительно имеет этих козырей полные рукава. Вот она тянет и тянет, и все, козыря не кончается и не кончается. Они сказали, да, рад. Вот заметьте, одни деревья имеют листья, а другие не имеют, имеют только цветы. Вот как я сказал, именно в Батьяме эти деревья сконцентрированы именно в этом месте, вот так их побольше. Есть еще по Батьяму чуток их раскидано, но за всеми не набегаешься. Но я надеюсь, что мы еще что-то повстречаем с вами, увидим и поснимаем. Ну а так мы насладимся прогулкой по моему родному городу Батьяму. Суббота, ранний час для субботы, еще только начало 10-го, люди отдыхают, люди наслаждаются отдыхом. Ну что, помашем этим чудным деревьям. Смотрите, какой вид издалека. Помашем этим прекрасным иммигрантам. Это тот случай, когда иммигранты действительно настолько милые и уютные, настолько они хороши, настолько удачно они прижились в моей крошечной стране. Да, посмотрите на эти чудные деревья. Пока нет машин, смотрите, какие здоровички. Ну идемте, и мы поздороваемся с этим крепышом. Привет, шаббат шалом. Ну что, пойдемте бродить, пойдемте гулять. Насчет израильской природы у меня на моем канале, в моей уже копилке, в этом году я о цветении, о чудном цветении израильской природы, люпины, ирисы, каламиот, чудный прекрасный миндаль. Я уже сбегал к ним в гости, отдал дань уважения. Потихоньку видео выкладываю, потихоньку видео появляются. Заходите, гуляйте вместе со мной, и вы увидите, как богата палитра израильской природы, насколько она быстро меняет страницы, перелистывает одну за другой. Вы посмотрите, какая же сегодня все-таки ветреная погода. Народ, как я сказал, еще отдыхает, еще
суббота, раннее утро. Потихоньку люди станут выходить. Да, несомненно, всех поздравляю с весной. Я знаю, что люди далеких стран, я не имею сегодня в виду Израиль, люди из далеких стран, которые молились и ждали тепла. Я желаю, чтобы уже скорее оно приходило в ваши дома. Да, деревья чудные, посмотрите, прямо бочонки, бочонки. Ну, знаете, вот я хочу сказать, что озеленение городов для меня, конечно же, это всегда переполняет чувства мои сверх нормы. Чем больше, тем лучше. Возможно, где-то это поменьше сделано, где-то это сделано побольше. Ну, где побольше и побольше, я на ту сторону. Озеленяйте, украшайте, обогащайте. Да, народ загружает эти квадроциклы, мотоциклы, велосипеды, и им мчутся шуметь и гудеть по просторам курочной страны. Вот был я тут давеча Маус, Латрун, в тех краях смотреть миндали. Вот там этих гонщиков-то хватает. Там-таки они нашли себе применение, там они гоняют на своих этих двуногих и четырехногих. Даже повстречал красивых лошадок и коровок. Коровки там обитают, а лошадок точно так же привезли на трейлерах, выгрузили и отправились на них в путь, путешествовать по прекрасным и красивым иудейским горам. Ну и вот тут есть пару деревьев, тут они тоже нас дожидаются. А мы с вами совершим путешествие. И будем смотреть на красоты нашего Батьяна. Вся торговля замирает, в субботу все закрыто. Но если вы переместитесь к побережью, то вы без труда обнаружите, что жизнь таки на планете Земля есть. Народ весь обитает там. А если переместитесь в Яфа, который сменит Батьям, то вы без труда убедитесь, что там таки субботы вообще нет. Там люди живут привольно и свободно. Мы выбрали нового мэра.
нового старого. На этой неделе были муниципальные выборы. Он приверженец субботы. Я, конечно, голосовал против него. Потому что жизнь, она очень проста. Никто никого не должен ни в чем ограничивать. Объясните мне, почему в Батьяме должна быть суббота и шаббат? Переходите 50 метров в Яфу, нет там никакой субботы, ни шаббата. Люди живут привольно и свободно. А страна та же и улица даже та же. Так почему жители Батьяма должны быть лишены субботнего транспорта и открытых бизнесов? Я считаю, что это несправедливо. Только за один день выборов, в который я имел честь тоже путешествовать, израильтяне только за один единственный выходной день потратили миллиард шекелей, без пару копеек, миллиард шекелей по кредитным картам. Вот вам и легкая математика. Когда все открыто, бизнес работает, то и деньги зарабатывает народ. На удивление, сегодня ветреный день. На удивление. Как бы ничего не предвещало, хотя знающие люди говорят, что будет с завтрашнего дня опять дождики в моей крошечной стране. Ждем с нетерпением. Но вот тут еще чудные прекрасные деревья творят чудеса. А это плоды их творения. Вот они там, наверху, делают эти чудные бутоны с ватой, бутоны разрываются, и потом семена раздует ветер. Вон она, видите? Да, это мой чудный Батьям. Здесь находится торговый центр Батьям. Он, как и многие торговые центры, ничего особенного не для меня не представляет. Торговый центр еще один, каких много по всей стране. Да, это я вижу, люди вчера, по всей видимости, прощались с Навальным. Есть вот тут. Есть и этому тут место. Да. Что вам сказать, что сказать? Когда уже люди научатся жить мирно, не лезть к соседям, зарабатывай денежку, торгуй, путешествуй, гуляй и дай жить другим. Пойдемте и мы. Еще немножко погуляем, немножко пройдемся. Я специально выбрал такой маршрут, чтобы для вас немножко стало попонятнее, как скоро будет выглядеть Израиль. Как будет выглядеть Батьям. Здесь стояли вот точно такие же старенькие домики,
теперь их трансформировали вот в нечто такое. Давайте немножко пройдемся. Здесь есть небольшой скверик. Мы выскочим через скверик, а потом добежим еще до одного чудного парка. И там по дороге мы еще встретим парочку деревьев. От которых, собственно говоря, мы и начали свое путешествие. Так, чтобы вы понимали, Батьям будущего и Батьям прошлого. Все дома будут снесены. Я имею такое счастье. Живу в квартире прямо под окнами. 5 лет мы терпели стройку трамвая. Трамвай, в конце концов, запустили. Не самый удачный проект. Он, бедный, у них все ломается и ломается. Ненадежный, скажем так, транспортное средство. Да, прекрасное и удобное. Но только почему-то не смогли как-то они его наладить так, чтобы работал он как швейцарские часы. Так, построили метро. 5 лет это взяло, метро трамвай. И теперь мы имеем другое счастье. Прямо в 4 или 5 метрах от нашей квартиры снесли точно такой же старый дом, как и наш. И теперь вместо него зияет там 10-метровый котлован. И возводится новый дом. Это ждет практически весь Израиль, потому что весь старый жилой фонд такого типа постройки 50-х, 60-х, 70-х домов будет разрушен и перестроен на новый лад, который только что я вам показал. Плюс-минус будут отличаться проекты, плюс-минус будет отличаться их вид. Но идея и, собственно говоря, облик современных городов похож. Плюс-минус вариации, я говорю, есть, несомненно, есть. И это тема наших будущих путешествий. Будем разглядывать и иные города, не только Батьям. Как только выкрутим время, сразу же, сломя голову, бросимся путешествовать. Ну вот, ходите, ребята, тут осторожны. Нас от такой шишки отделяет только шляпа. Но будьте внимательны. Шишки довольно-таки внушительных размеров. Берегите голову. Цветение вот этих деревьев еще только в дороге. Еще будет что нам посмотреть, где побродить, поснимать и погулять. Видите, стоило нам только сбежать с главных улиц, заскочить в скверик, такой удаленный, утаенный, как тут же ветер стих. Место для выгула собачек. Пожалуйста, приходите, сидите себе и
Эй, хороший. И наслаждайтесь тишиной утреннего дня. Я специально немножко вас поведу таким образом, чтобы у вас была возможность немножко отдохнуть в тени деревьев. Где-то выскочим на солнышко, погреемся. Ну и заодно вы все время будете видеть, как Батьям меняет свой облик. А меняет его не только Батьям, меняет его и вся страна. Бесконечное строительство. И вот те краны вдали, это тоже предвестники всех этих событий. Сносят пару-тройку домов, выстраивают этих гигантов. Такой точно, только поменьше, стоит прямо у меня под окном. Можно буквально рукой дотянуться и с крановщиком поздороваться. Вот они, краны. Я вам говорю, ни разу не шучу, посмотрите. Сами, куда ни киньте взгляд, везде машины, 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 машины. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю, что вот так будет выглядеть скоро моя вся крошечная страна. Если вы выйдете из любого другого города, вырветесь, то вы увидите эту картину без труда. Краны, краны, краны. Вижу, девочки медитируют, да? Бог им в помощь, как говорится. Тут я вижу, мы не проскочим, мы немножко обойдем это место. Ничего страшного. Дело в том, что я сказал, что облик города меняется стремительно. И не то, что я здесь местный житель, и везде я гуляю пешком, и везде я могу пройти. То тут закроют, то там откроют. Это уже такое по мелочи. Да, давайте, я не могу пройти мимо них. Посмотрите, что за буйное чудное цветение. Богатое, прям вот за душу берет. И чтобы вы знали, особо за ними тут никто не ухаживает, просто вот красиво и чудно водичку дают, а они платят нам такой красотой. Чувствуется, как ветерок возвращается. Смотрите, только нам стоило выскочить с вами опять на какие-то просторы, как ветерок подхватывает листья и кружит, и кружит. Видите, стройка, стройка, стройка. Вот за то, что берегете деревья,
за то, что холите и лелеете, снимаю шляпу. Стройка, стройка, деревья не трожьте. Хватит метро-трамвай. Уложил кучу деревьев на прокладку поверхностной линии. Жертвами этой поверхностной линии метро-трамвая стала уйма деревьев, которые, ну, буквально напересчет. Вот, казалось бы, мы тут немножко с вами крутим, но если будете внимательны и посмотрите вдаль вот той улицы, то вы увидите море. Наше Средиземное море. Я уверен, что сегодня, если подойти к морским просторам, как я и сказал, торговля там открыта в массе своей. Можете прийти, можете пойти, расслабиться, отдохнуть, поваляться на песочке. Насчет воды не знаю, но могу точностью сказать, что можно купаться, как для европейского сознания, там 18-19 градусов, если вода, то вполне прилично для купания. Бодрит, да, но купаться можно. Слушайте, как поют краны. Это их стальные тросы, обдуваемые ветрами, издают эту мелодию. У кого слабые нервы, можете не слушать. Здесь есть еще одна маленькая уличка, на которой тоже есть эти прекрасные чудные деревья, от которых мы и начали с вами путешествовать. Я надеюсь, что они уже успели раскрыться и зацвести, потому что, как я сказал, цветение их очень коротко, и концентрация деревьев не столь велика в Батьяме. Именно этих. Ну, а вот и деревья, вижу, цветения пока нету, хотя вдали уже вижу, есть, есть. Робко и по чуть-чуть они зацветают, я сказал, где-то пару-тройку недель они будут радовать глаз наших дорогих израильтян. Машина на тротуарах, это, ребята, такое дело, это бич, бич. Города старые, людей много, и перенаселены, что ж там греха таить. И всем где-то нужно пристроить этого своего железного коня. И израильские власти этот решают вопрос по-разному. Но в Батьяме на это смотрят спустя рукава. Не особо тут запаривается самоуправление, потому что, наказав водителя, она не может ему предложить никакой альтернативы. Людей слишком много, машин слишком много, дома растут, людей все больше и больше, а места больше не становится. А где парки? А где наши аллеи, ребята? Где? Сейчас я вам покажу крошечный парк, который прячется тут, среди этих домов. Мы выскочим и уже там где-то будем обниматься и прощаться.
Да, на этой улице деревья еще только-только собираются цвести. Но это не есть сама цель. Вот он тут и прячется, этот крошечный маленький парк. Да, милый дом. Когда-то я жил в этом доме. Да. По приезду в Батьям мы обосновались здесь. Бегали на работу и бегали отсюда на море. Ну вот он парк, вот он, небольшая отрада для горожан. Я руками и ногами за создание все больших и больших общественных территорий. И я вижу, что самоуправление Батьяма не особо-то стремится к этому, оно стремится больше настроить, но от общественных территорий, вижу, не добавляется. Ну не суть, вот он чудный прекрасный парк. Дорогие женщины, еще раз вас всех поздравляю с 8 марта. Обнимаю, целую. С любовью, ваш Артур. И извините нас, мужиков, еще раз за все то, что мы еще не сделали. Но, возможно, мы успеем еще многое исправить. Спасибо всем за приятную прогулку. Пока, удачи, бай.